Доминик Джокер знает, как сохранить хорошие отношения с экс-супругой. К слову, певец вот уже 3 года в разводе, но неудавшаяся семейная жизнь не разочаровала артиста в любви. Тем более, когда в общении с бывшей нет минорных ноток. Как же Доминику удается все держать в столь правильном и позитивном русле? Нужно уметь переступать, ну, на следующую ступень переступать. Понимать другого человека нужно уметь. А нельзя ни в коем случае винить свою бывшую вторую половинку, винить в вашем разрыве. В разрыве всегда виновны двое. Оба. Всегда. Что бы ни произошло. Если мы пытались спасти детей, оградить детей вот от этого шока, от этого, естественно, это какой-то эмоциональное происшествие какое-то, то тогда мы должны были наступить себе на горло и все равно, чтобы дети ни в коем случае как бы этого не почувствовали, не пережили. Более того, певец охотно рассказывает, что теперь они даже дружат семьями. К слову, бывшая супруга Доминика Джокера уже обзавелась новым возлюбленным. Мы видимся, там встречаемся или какие-то поздравляем друга на их семейные торжества или на наши семейные торжества. Когда дети увидели, что ничего не изменилось, только жизнь наоборот окрасилась в более яркие, более цветные тона. А вот сам артист и его девушка Екатерина Кокорина пока находятся в статусе жениха и невесты. Мы не спешим, мы вместе достаточно долгое количество времени, поэтому я думаю, что к весне мы официально оформим свои отношения, но вы об этом будете знать. Мы пока не определились, либо это будет совсем под покровом тайны в Европе, либо это будет действительно большое торжество в Москве. Ну а пока влюбленные активно помогают друг другу в творчестве. Доминик признается, что Катя даже пишет для него песни. А вот заняться продюсированием других артистов он пока не готов. Я не продюсер, вот как, допустим, Тимка, Тиман, он его желание быть продюсером, у него нет желания быть музыкантом, это просто как хобби. Он об этом говорит сам, заявляет. А я это делаю, потому что я не могу этого не делать. Если я там какое-то время не выхожу на сцену, по любым причинам. Я чувствую себя просто животным. Мне не хватает энергетики человеческой. Поэтому я могу продюсировать только близких людей, друзей, свою вторую половинку, родственников. На вопрос, когда же певец порадует новым хитом, он с радостью рассказал о свеженьком дуэте. Ну, сейчас вот вышел наш с Любой, где ты был, с Успенской. Я вообще ее очень люблю, она шикарная женщина прям. И мне удалось сделать из этой песни не там, высосанный из пальца дуэт, а реальную историю. И она соответствует как мне музыкально, так и Любе. Ну а мы надеемся, что композиция «Где ты был» в скором времени обретет свою официальную картинку.